Здравствуйте, друзья! На просторах интернета случайно нашел, наверное, самую лучшую из примитивных игру для двустрочного дисплея. Сегодня проект за 5 минут. Собираю на макетке игру в вертолет. Одна единственная кнопка управления позволяет опускать вертолет ниже. При отпускании кнопки он самостоятельно поднимается. Проще не придумаешь. Зато какая графика! Для сборки понадобится текстовый экран 16:2, Arduino и кнопка. Поехали! Поехали!